практически все тело страдало. Потому что долгое время, находясь в стрессах, начинают страдать практически все органы. И как бы одни за другим ухудшаются с каждым днем. И дошло до такого момента, пока уже задыхаться и невозможно работать. Утро несколько часов есть энергия, а потом оно как бы падает резко, и на остальное время дня не хватает энергии, чтобы и надо опять ждать следующий день. А это как бы очень сложно с моей работы. Поэтому надо было срочно что-то предпринимать. Можно было дома, конечно, сделать, но находясь далеко от дома и от всяких звонков, это очень хорошо идет на улучшение. Прошло 6 дней, идет очень хорошо, я очень доволен. Все профессионально себя ведут, помогают во всем. Думаю, сегодня, как прекрасно, когда другие люди, которые с такими же проблемами приехали, они поддерживают друг друга. Чувствуется энергия, приток энергии. Я сегодня ходил около 16 километров, еще не вечер. Поэтому осталось еще достаточно энергии, может быть, настолько же. Идет на улучшение, я очень доволен. И собираюсь еще один заход продолжить. Уходя отсюда, я думаю, будут серьезные изменения, поскольку я не могу постоянно сюда ехать. Поэтому придется как бы запомнить и взять как бы на дальнейшее, взять бы внимание, чтобы это не повторялось. Не хочется, уже хочется жить здоровой жизнью. Когда ты думаешь, что у тебя есть семья и дети, которые могут в любой момент остаться без одного из родителей, дает как бы повод сделать что-то радикальное. Вот эта радикальность, она побуждает идти и сделать что-то конкретно сегодня. Если мы, конечно, заботимся о своих семьях, не всегда получается у людей. Я оставил бизнес, и бизнес полностью я закрыл на это время. Оно будет стоить, но не в деньгах. Оно счастье. Когда человек здоров, он быстрее зарабатывает, быстрее думает. И, конечно, всем приятно вокруг, что человек в хорошей спортивной форме общается. Здоровый разум. Поэтому я считаю, что людям надо одуматься, иногда оставлять свои бизнеса, сделать конкретный шаг и остаться живым на еще долгое время.